Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Спасибо. Да что это такое? Отдохнуть спокойно не дадут. Злюка какая! Рак для всех старался. Интересно, ей знакомо слово «спасибо»? Мне кажется, она не злая. Просто не в духе. Если ее чем-то порадовать, она обязательно скажет спасибо. Что-то я сомневаюсь. Спорим, что нет? А что спорить? Давай попробуем. Здравствуйте, угощайтесь. Это очень вкусная пыльца. Это мне, что ли? Да, приятного аппетита и хорошего настроения. Плохая пыльца. Все настроение испортили. Простите, извините. А что нужно, чтобы ваше настроение опять стало хорошим? Зонтик от солнца. Ваш зонтик от солнца. Вы бы еще дольше ходили! Солнца и так нет! Оставьте меня в покое! Да она просто издевается! Зонтик принеси, зонтик убери! Капризничает, как девчонка! Кузя, а она и есть девчонка, только сердитая. Кузя, а что любят девочки? Цветы, комплименты. Ну что еще? Вы такая черная, блестящая, такая круглолицая. Ты что, хочешь сказать, что я толстая? Нет, не хочу. Я цветы вам принес. Что же это такое? Пши! Вредитель! Весь отдых испортил! Пши! Уходи отсюда! Лунтик для вас так старался! А вы только ругаетесь! Хоть бы раз спасибо сказали! Он мне весь день настроение портит, а я ему спасибо должна говорить! Разлетались тут все! Еще и ахают! Как груба и невоспитана эта пиявка! Таких нельзя пускать в приличное общество! Скандалистка! Ах, так? Ну я вас! Укушу сейчас! Сначала догони! Опять пиявка кого-то ругает. Нет, не ругает, она зовет на помощь. Кто-нибудь, помогите! Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Когда доброе дело делается не за спасибо, то благодарность бывает действительно искренней. Опять вы со своим мусором подходите! Никакого!